Разрушая стереотипы, в следующем репортаже мы расскажем историю женщины, которая, наперекор различным мнениям, нашла себя в одной из самых мужских профессий. Жительница района Карачаева Эльмира Якупова, руководитель службы такси «Верста». При этом она и сама за рулем. Как молодой женщине одновременно удается виртуозно крутить баранку и управлять многочисленным мужским коллективом, узнаете прямо сейчас. Слово Ане Долгушиной. Взять и сделать, а главное не сломаться – это удел сильных. Из таких Эльмира Якупова, начинающий бизнесмен. Молодая женщина руководит целой службой такси. После окончания университета оказалось, что работу найти не так уж легко. Как говорится, сидеть на шее у родителей даже не думала и пошла работать таксистом. Спустя время поняла – планку надо брать выше и открывать свое дело. Помогли девчата с центра занятости. Тогда на центре занятости стояла, они мне сказали, то, что есть такая программа у нас на севере, то, что выделяется энная сумма. А с условием, естественно, то, что ты отчитаешься за эту сумму. Вот. И надо было бизнес-план составить. Составив бизнес-план, все это заверили, проверили. Ну вот, и выделили вот эту энную сумму, которая вот, собственно, и ушла на приобретение там рации. После наняла персонал, сегодня в ее штате около 25 водителей. Признается, руководить мужчинами не так уж легко. Это почти подвиг, каждому нужен особенный подход. С кем-то нужно сюсюкать, кому-то нужно, как сказать, выкать, по имени отчеству обращаться, кому-то можно там, милый, дорогой, давай езжай туда. По-братски. Да, кому-то так вот просто как к брату относишься, кому-то как к дяде. Ну, как бы у нас на водителей грех жаловаться. Как руководитель Эльмира старается создать комфортные условия труда. Работа круглосуточная, но и зарплата достойная. Позволяет водителям прокормить семью из 3-4 человек. Сама понимает это как никто другой, ведь ее дома ждет маленький сын. Молодец он у меня в этом плане. То есть он, когда маленький был, он вообще был спокойный. То есть я и могла и работать на телефонах, успевала все по дому. Ну, в большинстве случаев все успевала по дому, потому что уже как-то нереально все всегда успеть. Вот. А так он, ну, шкодничает, конечно, но ничего, мы справляемся. Очевидно, что Эльмира Якупова одна из тех женщин, кому по силам многое, даже то, на что пойдет не каждый мужчина. В ее планах только расширять свой бизнес, но и, конечно, главная женская мечта – дарить больше любви и заботы самому главному делу своей жизни – ее семье. Анна Долгушина при поддержке телестудии «Контраст».